Типичный улан-удэнский офис турфирмы. Наплыва желающих отдохнуть за границей в Новый год нет. Спад турпотока за рубеж налицо. Раньше жители Бурятии, готовых встретить бой курантов среди пальм, было однозначно больше. В свете последних событий, то, что происходит у нас в мире, да, не очень такая обстановка у нас стабильная. Конечно, поток туристов, он уменьшился. Вот и врачи-климатологи не рекомендуют резко переезжать из зимы в лето. Организм испытывает стресс при пересечении даже одного часового пояса. Если их больше двух, это уже опасность для здоровья. А если вы едете в жаркую страну всего на 7 дней, то вместо отдыха ваш организм может получить сильный удар. Особенно тяжело акклиматизации подвергаются люди пожилого возраста и дети. И поэтому, если вы хотите путешествовать и берете с собой ребенка, то, конечно, лучше этого не делать, потому что на самом деле путешествие во время в жарком климате вместе с ребенком не принесет никому удовольствия. Удовольствие без температурных перепадов предлагают нашим туристам местные фирмы. Вот, например, вместо египетских верблюдов тур с катаниями в собачьей упряжке на берегу Байкала. Легко можно заказать онлайн. Никаких долгих переездов, инфраструктура сейчас очень развита и очень много гостевых домов, баз отдыха, которые круглогодично размещают наших туристов. Очень хорошие они предлагают и зимние развлечения, и новогодние вот эти вот программы. Тем, кто все же выбирает Новый год без такого снега, главный санитарный врач России советует тщательно мыть руки, пить только качественную бутилированную воду и не злоупотреблять заморскими явствами, чтобы окончательно не разрушить новогоднее настроение. Мария Латышева, Даржи Чайдопов, новости дня.